Не секрет, что добыча нефти и газа связана с постоянным риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Предупредить и при необходимости ликвидировать возможные аварии на скважинах призван Северокавказский военизированный отряд ООО «Газпром Газобезопасность», который базируется в станице Смоленской. Свой полувековой юбилей сотрудники отряда отметили в Афипском доме культуры. Личный состав вашего отряда принимал участие в ликвидации более чем 50 чрезвычайных ситуаций. Но что я хотел бы отметить? Здесь, наверное, самое главное не сама чрезвычайная ситуация, а вот тот вклад, та работа, которая производилась вами, работа по борьбе со стихией. Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем, с 50-летием, с такой круглой датой. Генеральный директор предприятия Анатолий Сорокин наградил заслуженных работников и ветеранов отрасли. Стоит отметить, что отряд не только обеспечивает промышленную и пожарную безопасность нефтегазовым предприятиям. Весомый вклад вносят и в развитие Северского района. Участвуют в благоустройстве поселений и оказывают спонсорскую помощь. От имени главы района Андрея Владимировича Дорошевского, от себя лично, от депутатского корпуса, от души поздравляю вас лично и ваш коллектив с юбилеем. Председатель районного совета Владимир Захарченко вручил сотрудникам почетные грамоты и благодарности главы района. Творческие коллективы и солисты подарили зрителям музыкальные номера и прекрасное настроение.